Со следующего года в республике экспериментально будут вводить новую автоматизированную упрощенную систему налогообложения, которая сделает легким и простым взаимодействие с налоговыми службами. Законопроект ⁇ Автоматизированная упрощенная система налогообложения ⁇ уже рассмотрен в региональном парламенте и подписан. Об этом сообщил глава республики. Цитата. Он в первую очередь направлен на улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности и упрощение налоговой отчетности для предпринимателей. Что особенно важно, специальный налоговый режим будет способствовать легализации трудовых отношений и заработной платы, а также формированию на нее пенсионных и налоговых отчислений. Хочу подчеркнуть, что у нас нет цели препятствовать развитию бизнеса жесткими налоговыми взысканиями. Напротив, мы стремимся к тому, чтобы соблюдать интересы всех задействованных сторон. Для предпринимателей созданы благоприятные условия для развития их бизнеса. До 2% снизили налог, привлекли ведущие банки для кредитования бизнеса. Должен отметить, что принятие указанного проекта закона не приведет к существенному снижению поступлений в республиканский бюджет. Процесс будет регулироваться за счет привлекательности нового налогового режима для предпринимателей и легализации их доходов от бизнеса. Конец цитаты.